Привет всем! С вами снова я, Иринка. Сегодня мы будем делать быструю турецкую пиццу. Дюрюм пицца. У меня вот такие большие дюрюм, или лепешки, или лаваш. Мы ложим одну на лист, на противень. Посыпаем сыром. Совсем на края мы сыр не посыпаем, потому что он будет плавиться и вытекать. Сверху ложим еще одну лепешку, такую же. Еще раз засыпаем сыром. Сыр можно любой, какой вам нравится. У меня гауда. Ложим еще одну лепешку. Поливаем кетчупом. Тоже, чтобы было не сильно много. Размазываем его. Засыпаем сверху вот такую резаную колбасу. Остаток нашего сыра высыпаем. Быстро, вкусно и практично. Сверху у меня вот такая вот соль со всеми травками есть, уже готовая. Посыпаем. Ну и для красоты я положу перец, порезанный кольцами. Вот такое вот у нас получается дюрюм пицца. Ставим в разогретую духовку на 180 градусов на 20 минут. Такая у нас получилась пицца. Пахнет очень вкусно, красивая. Вот такой вот у нас, где тянется сырок, такая прекрасная пицца. Все, приятного всем аппетита. С вами была я, Иринка. Ставьте класс, оставляйте комментарии.